Москва, 2 Сен, Эрспорт. Владелец российской велокоманды Тинькофф Саха Олег Тинькофф заявил, что думает о том, чтобы снять ее с гранд-тура Вуэльта Испании после того, как двух велогонщиков команды сбили мотоциклисты. Велогонщики Тинькофф Саха словак Петер Саган и португалец Сержио Паулинью пострадали от мотоциклистов, сопровождающих пилотон, на 8 и 11 этапах Вуэльты соответственно, оба в итоге вынуждены были завершить выступление на гранд-туре. Я рассматриваю возможность снять команду с Вуэльты. Нужно бойкотировать AESO, компанию организатора гонки. Они не платят нам денег за участие и калечат наших гонщиков, написал Тинькофф в Твиттер.